Новые единые проездные билеты для школьников появятся уже в сентябре. Пользоваться ими смогут дети от 7 до 18 лет. Билеты будут действовать как на пригородных, так и на городских маршрутах. Чтобы получить такой проездной, нужно оформить персональную карту школьника. Сделать это можно на сайте оплаты безналичной системы «Ситикард» или в многофункциональном центре. Для школьников возрастом до 14 лет необходимо свидетельство о рождении школьника, паспорт одного из родителей. Для школьников от 14 лет и старше необходим паспорт самого школьника, свидетельство о рождении школьника. Также понадобится СНИЛС, справка из школы и фотография школьника, если заявление оформляется через сайт оператора, если заявление оформляется в пункте обслуживания пользователей, то сотрудник пункта сфотографирует школьника на месте. Стоимость проездного билета на 20 поездок составит 200 рублей, на 40 – 400, на 60 – 600. Срок действия – 3 месяца. А для тех, кто пользуется общественным транспортом ежедневно, предусмотрен безлимитный абонемент сроком действия на 1 месяц. Стоимость такого проездного составит 700 рублей. Чтобы начать пользоваться картой, ее необходимо активировать и пополнить. Сделать это можно в любом отделении Почты России или дистанционно через Сбербанк онлайн или через мобильное приложение «Ситикард». Система оплаты проезда помогает определить, где, когда и в каком транспорте ехал ребенок. Карта также может быть использована в качестве пропуска в учебное заведение и для оплаты школьного питания. Более подробную информацию о карте можно получить по телефону 8 800 222 44 50. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.